А я, говорит, знакомая белка какая-то. Какая-то знакомая белка. Еще одна. Еще одна знакомая. Ты хорошо сидишь, кстати. Эй, знакомая белка. Вот какая она, а? Вон еще одна бегает. А ты что бегаешь? Пошла закапывать. Иди сюда, смотри, здесь орешки дают. А тут орешки дают, да. И где ты? И где ты? А я, говорит, вон там, говорит, бегаю. Вот злодейка какая, а? А кто смотрел мои ранние ролики, тот знает, что я раньше вот здесь вот базировался. Тут хорошее место. И белок тут много. Это все закапывает. Я, говорит, сейчас закопаю, говорит, все. Белки обычно к месту привязаны, а не к тому, кто орехи дает. Она знает, что ей давали вот на том дереве. Вот она туда полезла. Она видит, что меня там нету, что я тут стою. Но орехи-то ей давали там. Иди сюда! Поэтому иди сюда! Вот она бегает. Белки к месту, говорю, привязаны. Они не понимают. Не, которые ты долго с которыми белками знакомы, они понимают, кто им, откуда орехи берутся. Они идут прям конкретно ко мне, бегают. Я с места на место перехожу, они за мной бегают. Они к месту подходят. Но вообще белки привязаны к месту. Там, кстати, еще одна белка бегает. Много белок сейчас. Здесь бегает. Вон еще одна белка бежит. Я, говорит, бегу, да? Иди сюда. Иду сюда, говорит. Иду сюда. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Похоже на белку. Ну точно, это белка с оторванным ухом. Я за нее переживал, кстати. Она живет здесь рядом. С фазанниками. Там еще одна белка прибежала. Иди сюда. Нет, да, ну это какая-то молодая какая-то, неопытная. А это старенькая уже белка. Относительно, конечно. Белка с оторванным ухом. Она, у меня глаз он дергается, правый все время. Ну сейчас уже не так, как раньше. Но тоже, да. У нее ухи не параллельно друг другу. Чуть-чуть правое ухо смещено немножко. Видно, там какая-то драка была. С кем-то она подралась. Белочка эта. Но она хорошая, она гладится дает. Хорошая какая. Я за нее переживал. Я говорю, она живет у фазанников. Я думаю, в смысле, она там питается, бегает. Рядом. Могла отравиться тоже. Насколько я понял, отравились такие, которые не прикормленные, которые не знают, где корм брать. Кто это там бегает такой у меня? А те, кто знает про кормушки мои, они вроде как живы. Только я вот, да, мне напомнили про копию ушастика. Я что-то давно не видел. Ну как давно? Дня три не видел. Она как раз могла там у фазанника бегать.
Он скачет. Я говорю, скачу сюда. Скачу сюда, да. Хорошая какая. Солнце. Солнце, ну-ка. Ну, купи ужастик иногда пропадала, она куда-то убегает. Может, с ней тоже все в порядке. Но дело в том, что Купи не ела из кормушек. Она боялась подходить к ним. Значит, она где-то бегала в других местах. То есть, потенциально могла отрава наесться. Солнышко, какая ты хорошая белочка, какая хорошая. Интересно. Интересно, а ты такие вещи уважаешь, нет? А я, говорит, не уважаю такие вещи. Он, кстати, постоянно приходит, вот этот злодей с ухом, с оторванным. И постоянно он кушает орешки. Молодец. Вот она, злодейка. Ну-ка. Вокруг. Она все время вокруг. Почему-то заходит. Ты смотри, какая штука. Какая штука есть, смотри. Это гадость какая-то. Ну, я возьму, говорит, на пробу одну штучку. Ворона. Ворон не было летом в парке. Их иногда даже за целый день не видел я. Они каркали где-то, но так, чтобы вот так, чтобы стояли, такого не было. Она, кстати, сейчас будет охотиться за этой белкой с орешком. Все. Ворона орешек отобрала. Поздно надо. Ну, тактика ворон — неожиданно налететь, белка пугается, бросает орех и бежит. Ну, ворона берет орешек, да. Она, кстати, вон, пытается раздолбить его. Кидает его, да. Кидает. Опасно стало. Два конкурента рядом. А это все, кстати, ищет. Орешек она уронила. Я говорю, уронила. Где же орешка-то? Не было такого летом, чтобы ворона стояла прямо над душой. Прилетели, сейчас их зимой будет сотни тут. Что, вот мне просто непонятно, что они тут едят. Почему они сюда слетаются зимой? Потому что тут и летом есть им нечего. Ну-ка. Сделала она выводы, интересно, какие-то или нет. Сделала. Я, говорит, сделала выводы. Орехи лучше не брать такие.
Надо и шишечку дать вот этой, этой белочке. Вокруг сейчас оббежит. Вокруг побежала. И, по-моему, все, убежала. Проголодалась белочка. А нет, круг сделала, прибежала. Ну-ка. А ворона надеется, что белка орешек возьмет у меня. Вот эта белка всегда приходит конкретно поесть орешков. Если некоторые приходят там грецкий орех взять или шишечку, это только поесть. А это тоже проголодалась, я говорю, тоже буду есть сейчас. Молодец какая. Злодейка какая, а? Солнце. Нет, она еще голодная. Не факт, что эта белка возьмет шишку. Я не уверен в этом. Она, кстати, недовольна, что тут белка сидит рядом. Хвост. У всех хвосты в этом году, у всех белок шикарные хвосты. Шишечку я, говорит, возьму все-таки. Молодец какая. И побежала, говорит, я. Побежала. Кстати, побежала она в сторону фазанника. Ну, так вот примерно. Тоже мальчик, кстати. Та белка была мальчик, и эта мальчик. Ты же тоже мальчик. Злодей какой, а? Ну все, это что-то видео очень длинное получается.